Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 20 августа. Наши бабушки и дедушки в этот день по приметам судили о грядущей погоде. Полезная информация для рыбаков. Рыба клюет хорошо во время устойчивой, нежаркой погоды со слабыми ветрами западного и юго-западного направлений. Щука во время штиля лучше берет с берега, а при усилении ветра в глубоких местах водоема. А какая же погода ждет нас завтра, 20 августа? Сейчас я вам об этом поведаю. В деревне Боготольский завод Боготольского района Красноярского края плюс 15. До конца недели местных ждет не меняющаяся погода, а именно дождь да гроза. В деревне Заводчик Осинского района Пермского края столбик термометра остановится на отметке плюс 28. Уральцам и на курорт ехать не надо. Южная жара прямо за окном. В деревне Заводская Слобода Клепиковского района Рязанской области воздух прогреется до 25 градусов. Без осадков не обойтись. Продлятся они до следующей недели. В деревне Медный завод Всеволжского района Ленинградской области плюс 17. За окном дожди. Погода уже напоминает осень. Но, надеюсь, солнышко еще заглянет на огонек. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце. А в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог.